Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас на трансляции Лиги Чемпионов Бизнеса. У нас сегодня очень интересный матч под номером 2. А ВК-тим будут играть против Яндекс-тим. Я посмотрел на фасики, на Элла, и знаете, могу сказать следующее. Матч обещает быть очень жарким. У меня даже, кстати, уже есть пикабан. Я вам скажу, кто что напикал. Ну, кто что, пока не скажу, но я знаю карты. Первая — Мираж, вторая — Эншент, и третья — Анубис. Вот такие у нас карты. Будет, я думаю, очень жарко. Две нестандартные, одна дефолтная. В общем, действительно много всего должно быть. Итак, друзья, давайте же я также расскажу, что такое Лига Чемпионов Бизнеса. Это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение, которое успешно развивается с 2010 года. Вообще сам ЛЧБ появился в 2018 году. Он тогда проводился среди московских компаний, а потом... Ну, так вот, мало-помалу, но проник в 45 субъектов Российской Федерации. Там участвовало уже свыше 130 компаний, а игроки более чем из 16 стран мира. Ну, а сегодня, ну, вот сейчас конкретно, мы наблюдаем за 10-м юбилейным сезоном. И в юбилейном сезоне есть кое-какие интересные изменения. Эти изменения благодаря компании «Ланит». Ланит — это лидер отрасли информационных технологий в России. Они, между прочим, увеличили бонус, точнее, увеличили призовой фонд, бонус говорю, увеличили призовой фонд до 1,5 миллиона рублей, и самое главное, он теперь распространяется не только на сильнейшие команды MVP игроков золотой лиги, но теперь еще и на игроков серебряной лиги. Кто же такие Ланит? Это группа IT-компаний, они как лидер отрасли информационных технологий в России продолжают драйвить киберспортивный мир, как внутри своих компаний, так и на разных других площадках. Так, мне вроде как уже должны были скинуть даже GoTV-шечку. Так. Я все жду, когда мне она придет. В скором времени, я думаю, что мы уже обзаведемся GoTV-шкой, и тогда вместе будем драйвить по карте The Mirage. Друзья, также не забывайте, что у меня всегда открыт чатик. Чатик — это моя любовь всегда. Если я комментирую, чатик у меня всегда открыт. Да, вот я сейчас даже себя открою. Так что можете что-нибудь писать в чатик, я буду читать. Хруст, это ты, родненький. Это я. Это я, Хруст, я тут. Так, пора и Сноубери подсуетиться. Не знаю, про что это, о чем речь идет, куда там и зачем суетиться, но, в общем, сами там между собой как-нибудь определитесь. В общем, мысль, которую я хотел сказать, это то, что я всегда смотрю чатик, всегда читаю ваши рофлы, и эту трансляцию, и настроение общее на этой трансляции мы с вами делаем вместе. И если вдруг трансляция вам не понравится, то виноваты в этом вы. Ладно, не буду спихивать ответственность, но во всяком случае, ну, 50% на вас точно. Дорогой, рад тебя видеть. Взаимно. ВК вперед, all-in на ТМ. Интересно. Что это такое? Почему вдруг подумали, что ТМ еще залетит? Давайте быстренько по никнеймам пройдемся и вот по Элла, да, посмотрим, что тут вообще есть по инфе. Flexible у нас играет за Яндекс.Тим, также OneSelf, Budapest, Лаврик и Powery. Я вам сейчас по Элла расскажу. Flexible 2400, OneSelf 3200, Budapest 1700 почти, Лаврик 3569. Это что за демон вообще такой? Powery 3023. У команды ВК Тим в плане Элла все намного слабее, но я думаю, у них есть рвение, и это самое главное. Stars 1500 Элла, Unli King 1243, Skrilla 3070, System Error 1433 и Spock 1631 Элла. Да, совокупная Элла, конечно, намного больше у Яндекс.Тим. Но все-таки карта The Mirage — это карта, на которой умеют играть все. И если у лидеров Яндекс.Тим не полетит, то почему бы и нет, можно будет и карту отжать. Варианты есть. Бороться надо всегда, бороться надо до последнего. Это как, знаете, картинка есть такая, где лягушка держит цаплю. Она уже, по-моему... Да, там картинка такая, цапля, значит, ест лягушку. Лягушка уже вот почти уже там, уже в пищеводе, и вот она из последних сил так вот душит цаплю. Вот, и подпись «Борись до конца», всегда есть шанс, что-то такое, что-то мотивирующее. В общем, как-то так.
Так, ну я жду, когда мне GoTV-шечку отправят. Видимо, там еще не готовы. Хотя, возможно, там вроде 1-0 уже какой-то пошел. Хотя нет, это вроде разминка только еще. А, в общем, в скором времени. Как только, так сразу. А почему на квалах нет прогнозов и коинов? Было бы интересно. Ну, кстати, это, я думаю, мысль, которую можно подкинуть организаторам. А если что, в Discord-каналы всегда можно написать, и админы, здесь вообще админы золотцы просто, они все читают. Они реально все читают. А, так что, может быть, на 11-й сезон добавят? Why not? То есть ЛЧБ, он прислушивается к мнению своего зрителя. А, и к мнению игроков, конечно же. И за 10 сезонов это было уже не раз доказано. Да-да, все читают. Ну, так. Нет доступа к Дискорду. А, окей, понял. Так, ну я думаю, что можно будет через игроков написать, например, тоже как вариант. Можешь стать комментатором для игр Яндекса? Да я бы с радостью, why not? Алешка. Конечно. Какие проблемы? Я только рад. Так. Там пока что судья дрыхнет немного. Ну, я вам чуть-чуть подноготную скажу. Судья дрыхнет что-то. Мы с Хрустом перетрем. А что, Сноубери комментатор Яндекса или что? Что такое? Непонятно. Непонятно. Вопросов больше, чем ответ. Алешка свой. А, или Олевка. Или Алешка. Непонятно, непонятно. Алешка свой. Так, поддерживаю. Не, я с кайфом. Counter-Strike покомментировать это вообще. Это только. Как там? Майнкрафт это моя жизнь. Вот тут то же самое. Counter-Strike это моя жизнь. Вспоминаются сразу разные ролики. Да как ты комментатор? Да я знаю, Сноубери, господи, знаю, знаю. Конечно. Я знаю. Я все помню. Так, ну пока ждем, пока ждем. Давайте, дайте нам игру, пожалуйста. Срочно. Там матч очень жесткий. Супер жесткий. Опа, коннектик залетел. Все, я, значит, могу залетать. Ну, а вы вместе со мной, получается. Сейчас пару секундочек надо подождать. Чуть-чуть перетерпеть. И все будет. И все будет как надо. Миражик. Миражик уже загружается. Так, ну что? Поехали, друзья. У нас тут немножечко по раундам были потери, но ничего страшного. Самое главное, что мы на третьем раунде. И в целом готовы поглощать Counter-Strike. Так, тут какая-то интересная штука. С худом происходит, сейчас кое-что поправлю. Ситуация у нас 3 в 2. Power и Flexible находятся на разных частях карты. Вот Only King, Spock и Скрила вместе. Но посмотрите на количество ХП. У Скрила 18, у Only King 7. Так что есть шансы взять этот раунд команде Яндекс.Тим, несмотря на то, что их меньше. Скрила проверяет пока окно. Ой, Flexible занимает супер позицию, его здесь не прочитают. То есть, посмотрите, ВК-тим заходит на точку, говорят, здесь свободно, можно ставить бомбу, а тут с Б-апартов должен засланный казачок открыться. Но, по идее, ВК-тим могут его прочитать. Да, как раз игрок на тачке уже посматривает в этом направлении, и в скором времени там будет контакт. Скорее всего, Скрилл накидывает смачок в кичен. Спок открывается, Павер не мог прочитать такую позицию, а вот и Flexible, но его тут же разменяли. Шикарная работа от игроков ВК Team. А, так Сноубери это тот, кто отвечал за квалы на ЛЧБ. Понял, понял. Все. Все теперь понятно. Так, Flexible. Прячется на ниндзю. Игроки коллектива ВК Team уже теряют Спока. Оу, Flexible! Хватит так жестко флексить со своим диглом. Он просто с одной позиции с ниндзя увольняет двоих. Два выстрела, два трупа.
Ну, Flexible решил на эйс, видимо, пойти. Еще один хедшот, я бы даже сказал, очередной. Ну и надо делать пятого. Оформлять, так сказать, получать эйс и радоваться жизни. А сегодня в первой игре Стар смог сделать два эйса, но постоянно тиммейты у него стилили эти эйсы. Ну и он, конечно, был недоволен, я думаю. Ну, там был момент, когда он там что-то стрелял, там тиммейт стилит последний фраг, он там как-то мышкой водит нервно. Очевидно, что это такая реакция игрока. Зачем ты застилил мой эйс? Flexible! А может и пятого подловит, который идет в коннектор прямо сейчас. Flexible занимает классный угол, его не прочекают. А вот и пятый, вот и пятый, вот он! И это эйс, друзья! Яндекс.Тим начинают очень круто, бодро! Третий раунд. Забирают Яндекс. Совокупно это вообще был четвертый раунд. И у нас уже есть первый эйс. Круто! ВК-тим, надо отвечать. Надо отвечать в срочном порядке. Более того, Яндекс.Тим еще и экономику свою засейвили. То есть у них в предыдущем раунде было, ну, были проблемы по деньгам, скажем честно. И они смогли выпутаться. Flexible Budapest открывает счет в этом раунде вдвоем, практически одновременно. И они приостановили всякие вообще попытки зарашить базу Б. Очень быстро, очень четко. Скрила проходит джангл. У него есть P250. Опа. Здрасте, говорит OneSelf. Сейчас на тиммейтов. Я думаю, бугурцит немного. Как же так? Как вы пропустили его ко мне в спину? Ну, вопрос у меня тоже. Я не совсем понял, как это произошло. Ну, видимо, разминулись. Такое иногда в Counter-Strike бывает, знаете. Тайминги. Вещь такая. Последний игрок остается у ВК-тим. Это Спок. Ты мою колонку забайтил. А! Понял. Так, давайте сделаем следующее. Алиса. Громкость 15. Спок. По-прежнему в соло. Тиммейты его, конечно же, возродиться не смогут. Это у нас не Valorant. Это Counter-Strike. Старый добрый. Flexible, тут что-то бегает, прыгает, у него все хорошо, один смачок обновляет следующим. Кому-то я забайтил колонку нормально. Красиво. Мне нравится. Спок выживает, сейвит калаш. Ему было что сохранить. Армор. Калаш, это хорошие финансы. Это все-таки 3700. Там не Алиса, теперь моя заругалась. Ну все, извините, я жук. Есть у меня иногда такое. Так, OneSelf. Ай, рано потушил, там как раз смачок залетает в окно. И если бы он не тушил своим смоком, у него бы образовался ванвей, через который он мог бы смотреть и выцеплять игроков атаки. Первая потеря есть. Ох, под флешечку Лаврик успевает еще и второго Старза забрать. Какой красавчик, он восстанавливает баланс в этом раунде. 3 на 3. Но, как мы знаем, равные размены, они обычно в пользу атаки, потому что на карте появляются свободные зоны. И все было бы круто. Я был бы прав, если бы не OneSelf и Flexible, которые только что нашли два фрага. Последний Спок. Заходит джангл. Спок. Спок. Ну все, Споки-споки. 6 раундов позади. Довольно быстро идет игра. Она действительно очень динамичная такая. Прям темповая, знаете. Как будто на кардио пришел. Ну, поехали дальше. Смок в окно. Да, это же инста-смок в окно. Да, действительно, ВК-тим. По раскидке все хорошо. Ребята свое дело знают. OneSelf допустил там один промах. Идет дальше давить центр карты под прикрытием Будапешта.
Вот что мне нравится у Яндекс.Тим, так это совместный план на игру, да, и совместные действия. Если они решили поджимать мидл, то идет не один, а все вместе. Что-то опять в одни ворота, когда будет игра. Ну, извините меня, Яндекс.Тим очень сильные. Очень сильные. Им что-то противопоставить очень тяжело. Лаврик. Очередной фраг. И последний систем эррор. Поднял, по-моему, Мактен со своего тиммейта, но этот Мактен так использовать и не успел. Там 100 хп остается у Яндекс.Тим, у троих игроков, у кого-то 74, у кого-то 97. В общем, их даже пока пули не берут. Где-то проскакивают мимо. Где игра будет в финале. Это что за волки в чате? Даже. Стартовый раскид, центр карты. Яндекс.Тим в этом раунде решили отыграть от плентов. Вот интересно, у Яндекс.Тим есть несколько вариантов обороны на Б-Мираже. Ой, то есть не на Б, а просто на карте Д-Мираж. Ну и на Б у них тоже интересные сетапы, они меняются. Хруст Дайкейс хотя бы кобл. Хотя бы, ничего себе. Ай, Старс. Ну ладно, систем эррор. Исправил. Вот он, добрый тиммейт, всегда придет и исправит ошибку. Скрила. Мог бы и второго забрать, но немножечко сорвалось. А там поджим ямы происходит в этот момент времени. Лаврик зашел в спину, OneSelf делает килл. Флексибл! Как ты выживаешь-то вообще? Но хедшот это то, что можно противопоставить спрею в тело. Всегда. Если вас спреют в тело, ищите голову соперника. И все будет хорошо. Старс. Пробует найти хотя бы какие-то фраги. Все-таки важно из КТшника всегда выбивать деньги, выбивать экономику. Ладно, не в этот раз. Не в этот раз. Дэмэдж 3 сотни, 3 фрага, АДР 84, OneSelf становится MVP раунда под номером 8. Но мы переходим с вами на 9 раунд, и, судя по всему, у нас пауза залетает. Вероятнее всего, тактическая пауза от коллектива ВК Team, поскольку им есть что обсудить. Так, ну, поскольку у нас есть Сноубери в чате, да, который проводил квалы, а подскажи, пожалуйста, кто там еще есть в Яндексе? Прямо из таких жестких. Кто, скажем так, кто занял второе место? Просто интересно. Какие там были Элла? ВК-тим. Обсудили. Поразмыслили немножечко. И приняли решение. Накинуть 3 смока на точку А, пару флешек и выйти. Все, смог КТ, смог джангл, смог стейрс, полетел. Есть уже первое открытие от игрока с ямы. Паури отбрасывается своими стопящими гранатами, хаешками, моликами. Лаврик, Лаврик видит, замечает Старза. И, конечно, не дает ему вообще никаких шансов здесь. Потому что Старс еще и был в блайнде. Отличные флешки, контрфлешки от Яндекс.Тим. Замечает там где-то в смоках Лаврик соперника. Но сумел его все-таки нашить. Скрила, но Скрила поборется. Он бы, конечно, поборолся еще жестче, если бы не хаешка от Флексибла, боже мой. Это что такое залетело термоядерное? Это, знаете, не хаешка, которая просто греет воздух. Это что-то с чем-то. Второе место 3К Элла были. Уф. Ну, слушайте, в Яндексе там нормально талантов подсобирали. Неплохо, неплохо. В ковры залетел стартовый молик. System error. А, так это хедшот. Я даже не сразу понял. Но тут есть OneSelf.
Сакры поджал мидл, но допустил промах против Скриллы. Тяжелая ситуация для Скриллы была. У него вряд ли были возможности там забрать снайпера вражеской команды. А тут еще и Будапешт на голову садится. Будапешт с шарта одного, второго. Там еще и флексибл. Перекрестный огонь организован. У Яндекс.Тим все разобрано. А где прицел у Будапешта? А зачем он ему? Вопрос. Ну нет, иногда такое бывает. GoTV-шка багуется и просто не отображает прицел. Бывает такое, что не отображается целое оружие. Но тут уже вопросы к игре, не к нам. В этом дело. Все-таки не стоит забывать, что Counter-Strike делает маленькая инди-компания, да? Небольшая IT-инди-компания. А, точнее, даже инди-стартап, прошу прощения. И мы все еще в бета-тестировании. Да и вообще, скоро CS2 будет, так что хватит. Хватит Counter-Strike уже мучить. OneSelf. Поджим ковров. Вечно Яндекс.Тим что-то придумывают. Постоянно. У них модель обороны не дефолтная. Они двигаются по карте. Они не просто сидят и ждут. И это раз за разом приносит им энтри-фраги. Будапешт. Так, а вот, кстати, и прицел у него появился. И флексибл поджал андер. И я почему-то думал, что он на шарте стоит. Он все это время, оказывается, шел по пятам. Лаврик. Очередной хедшот. И последний игрок у нас это Unli King. К которому в спину опять пришел флексибл. Флексибл все время в спину приходит. 16 тысяч у флексибла и 9 кд. Да, это жестко. Следующий ЛЧБ на CS2. Кстати, было бы интересно. Вот это было бы интересно. Паури. Дефолтный смог в яму. Из-за фаера. Так, какова идея на этот раунд? У Яндекс.Тим... Ну, вроде бы против центра по старту играли. Ой, OneSelf. OneSelf! Ну, прыжок, конечно, на топ-мид был довольно опасный. И ему повезло, что его не наказали за этот мув. OneSelf. Андром. Андер решил отрезать. Так, Будапешт. Даже такие смоки есть. Правда, я не уверен, что он нормально залетел. Будапешт. Открытие против топ-мида. Лаврик. Ай, Спок там миллиард лет просто мутился через ковры. Зашел под ковры, там что-то двигался. И в итоге ничего не получилось. Так, ну Старс у нас последний. Его потихоньку начинают зажимать со всех сторон. Лаврик. Лаврик. Видел? Есть контакт. Лаврик. Есть хедшот. Все четко. У Яндекс.Тим все разобрано. 3 единички на экране. Я даже глазом моргнуть не успел, как Яндекс.Тим набрали 11. Очень быстро они действуют. Очень быстро набирают. Жестко. МБ пропустил, нож уже был. Ножа, кстати, не было. До этого дело еще не доходило, друзья. Но кто его знает? Эйс был, может быть и... Может быть, одним эйсом мы с вами не ограничимся. Возможно, будет второй. И какая-нибудь поножовщина. Все это возможно. Так, Спок. Энтрифраг находит. Этим энтрифрагом надо воспользоваться. Опа, OneSelf. Попався. Паури.
На точке А пока что просто живет, при этом отстреливается, правильно все делает, что уходит в КТ глубже. Будапешт шарта начинает отыгрывать коннектор, он просматривает павери, там получает массу дэмэджа, его прошивают, у него 10 хп остается. Будапешт не дал Старзу пройти и дальше. А где же бомба? А бомба пока что на сэндвиче. Но есть масса времени, и этим надо пользоваться. Будапешт. Так, через окно проверяет центр. И не зря он это делает, потому что там сидел Анли Кинг. Будапешт как будто бы знал все прекрасно. Ну, чувствовал. 30 секунд. Я могу сказать, что у ВК Тим за эти 30 секунд, которые только что прошли, не было никаких позиционных достижений. Так, флешечка, под нее можно пикнуть Споку. Да, Спок так и делает. Будапешт он выключает. Но Павери... Как же ты шикарно сыграл этот раунд. Павери просто можно поаплодировать. Спок, 8 хп. Подождите, а может быть клатч? В дефолт уходит Спок, и это не видел Флексибл. Флексибл по-прежнему думает, что Спок где-то за фаером. Спок может идти на сближение, уйти на сэндвич куда-нибудь и подловить Флексибла, который не будет его читать в этой позиции. Вполне вероятно, что это второй раунд для команды ВК Тим. Да, спиной открывается Флексибл. Абсолютно не читая местоположение Спока. Спок классно доиграл этот игровой эпизод. Он был красным, ему нужно было рискнуть. Он рискнул, открылся как бы под кон, но в тот тайминг, когда его оппонент не видел. И спрятался за дефолтом, где и поставил бомбу. Так, ну мы продолжаем. Лаврик. Ножки. Лаврик чужие ножки не пропускает. Три опорника на апленте, двое на Б. Вновь без центра играют Яндексы. Ну а почему бы и нет? У них есть преимущество по счету. Да и драться за центр в каждом раунде не обязательно. Если у вас хороший закрытый дефенс, почему бы и нет? Лаврик идет дальше. Пошел ям проверил, забрал. Пошел ковры тоже убил. Хорош, Лаврик, хорош. И у него КД-3. Это, конечно, не сравнится с КД-6, который есть у Флексибла. Но все же стоять. Старс. Врубает двоих, скрила, коннектор, просочился, а тут Будапешт, который вообще ничего не подозревал. Флексибл двигается с базы Б, а он ведь даже не подозревает то, что происходит на карте вообще вне его подозрений. Абсолютно, скрила, отвесил хедшот Флексиблу, бомба бежит на Б. И это раунд для ВК Тим, OneSelf, возможно, даже не пойдет на этот ретейк. Хотя 1 в 3, почему бы и нет, деньги все равно есть. Ведь следующий раунд будет последним в половине. OneSelf. Поборятся еще. Так, OneSelf. Останавливаться-то он не намерен. И у него есть диффуз киты. Эмочку подбирает, идет вперед. Анли Кинг. Нельзя такое сливать. Ни в коем случае. Бомба пищит уже довольно-таки громко. Поднял еще одну флешку. Ну нет. Анли Кинг проверил. Соперник стоял спиной. И это легчайший минус для него. Выкатим третий раунд. Все, отлично, поехали. Я понимаю, что на стриме в основном подавляющее количество людей из Яндекса. Ну, те, кто за Яндекс болеет. Но тем не менее, выкатим. И фанаты выкатим. Щиты быстро накатили. Из-за своих потопили. Яндекс. Упор на центре. Тут Будапешт ждет ВКшников. Флексибл. Проигрывает свою перестрелку. Старс. Найс. Энтри килл уже есть. OneSelf. Скупит. Так.
Я так понимаю, Старс не понимал, что OneSelf находится в Андре. Скорее всего, он слышал скоп, но этот скоп он мог... Так, прошу прощения, тут OneSelf еще один фраг делает. Так вот, что хотел сказать. Возможно, игрок атаки подумал, что этот скоп был где-то на шарте. Пауэри. Есть вторая снайперская винтовка у Яндекс.Тим, но она не работает. Скрила на широком выпикивает Пауэри. Дальше накидывается флешка от защиты, но эта флешка доджится. Все, на дефолт можно ставить бомбу. И нужно, я бы даже сказал. Скрила, скрила. Важнейшая перестрелка может быть в этом раунде. А там в коврах есть один засланный казачок под номером 4. Это OneSelf. OneSelf со своей позиции должен делать как минимум один килл. Ему, конечно, неудобно, потому что у него АВП. OneSelf. Отлично. Один есть. Будапешт тоже подсобил. И OneSelf добивает последнего. Это 12-3. Так, ну кто-то щиты за ВК накинул. Кто-то за Яндекс. Все, борьба просто идет жесткая. Ультрасы схлестнулись. Все, так, фанаты Яндекса, фанаты ВК, встречаемся, метро Савеловская, и начинаем драться. Да-да-да. А вы как хотели? В GTRP, конечно же. У нас выход на Б, Лаврик. Энтри-фраг уже дает. Отличные флешки накинули ребята саппортящие. Старс, правда, два размена от него уже есть. И ситуация это хорошая для ВК, Тим, 4 в 2, Старс, третий минус. OneSelf отрабатывает, OneSelf вместе со Флексиблом, они могут 2 в 4 растащить тоже. Эти парни непросты. Смок под тиммейта, Флексибл, да как ты в голову-то сразу попадаешь, Спок! И это пистолетка для ВК, Тим, как же здесь все менялось! Как же здесь все менялось очень быстро, то одни ведут, то другие. Но после всех этих качель, в итоге ВК, Тим, берут пистолетку, жесть. Давай на подушках. Да-да, а вы как думали? Приезжают ультрасы одной команды, второй и дерутся на подушках. А насчет фоток, друзья, тут был вопрос, где фоточки у игроков. Ответ там был очень простой от админа. Дело в том, что когда начинают запрашивать фотографии, присылают люди абсолютно разноформатные фотографии, сделанные под разным освещением, и происходит такая мишура. Так, Пауэри по своим не стреляй, пока я это на вопрос отвечаю. Так вот, на стриме потом это выглядит супер некрасиво. Никакого эстетического наслаждения от этого не получается. Как-то так. Скрила. Хотел побороться за этот раунд, разменять тиммейтов. Ему это удалось, но только лишь на 33%. Один фраг он сделал. Анли Кинг, Анли Кинг, хороводы, карусель, карусель, начинает рассказ и заканчивает его тут же хедшотом OneSelf. Да, Яндекс отдали пистолетку, но они взяли свой форс, а это иногда даже лучше, чем взять пистолетку. Бей своих, чтоб чужие боялись. Это знаете, как в Хардстоуне есть такая... Есть такой показатель, иступление, по-моему, называется. То есть, если вашу карточку надамажили, она увеличивает там какие-то свои показатели атаки, например. Вот тут то же самое. Будапешт. На шорт. Вперед. Так, так, так. Там есть System Error. System. Нужен еще один хедшот. Срочно, потому что тебя зажимают с двух сторон. Флексибл. Смачок на кичен. А Яндекс.Тим-то идут прямиком в капкан. Это все фейк. Это все фейк, друзья. Главное, чтобы потом вот эта фраза не попала в какие-нибудь новостные медиаресурсы, что Яндекс делает фейки. Вот это не надо всего.
Не надо. Fake round, я имею в виду. System error. Будапешта наказывает за невнимательность. Но тут есть one self. Ты наказываешь моего тиммейта, за это я наказываю тебя. Так, ну что у нас, последний спок. У него одно хп. За ним уже выехал one self. Дальше бежит. Ну, конечно, он хочет этот фраг. Чтобы 21-й был на счету, чтобы красиво. Возможно, два раунда осталось. Вполне возможно. Сгущаются тучи над ВК Team. System Error даже закупаться сразу не захотел. Паури. Так. Под флешку One Self. Раздобыл энтри. System Error. Дэмэдж вносит, но это пока что не фатально. Все-таки это скаут. Так, подождите, там спок поработал. Скрилл тоже сделал килл. Что-то Яндекс Тим падают один за другим, и по ХП у них просадки жесточайшие. Что там System Error без прицела увольняет? А, он в джангл зашел, понял. Я думал, там на огромном расстоянии этот ноускоп залетел, но нет, все было не совсем так. Лаврик. Несмотря на малое количество ХП, все равно делает фраги. Лаврик. Оу! Ладно. Залетело слишком жестко. Флексибл сел, зажал, скилл показал. 15-й раунд. Сюда. Говорит он своей команде. В ВК-страничке заблочим, кто из Яндекса выиграет. Но Яндексу тоже будет чем ответить. Молик под шорт. Слышали, как погорел игрок защиты. Он начинает репикаться. System Error. Это может стать серьезной ошибкой, если ты пойдешь дальше. Он, в принципе, остался. И к нему просто пришли в гости. Будапешт. Он начинает спамить уже по Форесту. Есть попадание от Скриллы. Нож. Это нож. Нет, это не нож. Стоять. Кто-то хотел нож. Возможно, он будет. Ну ладно, ладно, ладно. Без ножа, друзья. Без ножа. Flexible решил просто доиграть этот момент. Все четко. Все четко он сделал. Ну что, друзья, 16-6 итоговый счет. Ну, просто зверски играют у нас Яндекс. Как же они бегают, носятся. И что очень радует, это то, что у них действительно разобранные карты. Разобранные. То есть они понимают, какую модель обороны в каком раунде они будут делать. Они прекрасно понимают, как им закрывать бреши в обороне, если они вдруг появились. Ну, атаку мы их особо посмотреть не успели, потому что не так много было возможности это сделать. Но, тем не менее, они играют очень круто. Очень бодро и показывают действительно достойный уровень КСа. ВК-тим сопротивляется, ВК-тим изо всех сил дает отпор, но не всегда это можно сделать. Надеюсь, что ВК-тим на next карте покажут всю свою мощь и все-таки одну карту отгрызут. А что будет на третьей, мы узнаем уже потом. Ну а пока небольшая музыкальная пауза.
Итак, друзья, настолько быстро там сейчас начинаются ножи, что я даже не успел передохнуть и водички попить. Там команды просто носятся. Но я вам также хотел бы еще рассказать про нашего нового партнера. Очень быстро. Так, сейчас, секунду, буквально там посмотрю, что происходит. Да, все в порядке. Так вот, новый партнер — это банк РНКБ. Это цифровые решения современные, которые позволяют как раз-таки делать РНКБ. Давайте я вам расскажу быстро, да, что же они делают. Это банк РНКБ, это системообразующий банк Крыма, который входит в топ-100 рейтинга лучших работодателей среди крупных компаний и топ-10 лучших IT-работодателей по версии Хабр Карьера. Благодаря РНКБ в этом сезоне мы можем сделать больше всевозможных шоу, контента, трансляции всех игр чемпионата, хайлайты недели и еженедельные лайв-шоу, в котором мы будем обсуждать прошедшие игры, текущие и, конечно же, будущие. Ну а теперь, друзья, я предлагаю все-таки на карту перейти, потому что там карта стартует уже через 6 секунд. Ну и, друзья, чатик, активно сидим, шутим. Вообще, мне нравится активность на трансляции, вообще, вы шикарные. Ну, надеюсь, мою просьбу вы все выполните, которую я в чате написал. Итак, происходит серия разменов. Скрилла минусует OneSelfа, Flexible и Powery остались вдвоем. Яндекс.Тим в неприятной ситуации. В меньшинстве, на пистолетке, на слабой стороне. Напомню, что Ancient — это слабая. То есть Tef, сайт на Ancient — это слабая сторона. Powery и Flexible. Так, бегу, там флешечку Спок сам себе накидывал, но в итоге никто не был в блайнде. Все отвернули, стояли в антифлэш. Так, Flexible, по-моему, то ли почувствовал соперника, то ли увидел там каким-то образом. Не совсем я понял этот момент, но все это не так важно. Скрилла минусует Powery, Unleaking заходит с другой стороны. Flexible задавил КТ. А сейчас можно просто сесть и задефать. Unleaking, тебе не надо туда идти. Не лезь, оно тебя сожрет. Так, пересел по-другому. Стоять, так Flexible сейчас же зайдет, плент он заберет. Не прикрыли тиммейта. Ой-ой-ой-ой-ой, тиммейта не спасли. Ай, какая наклеечка красивая, граффити какое классное. Норс, Атланта, уф, уф. Что за бархатные граффити у игроков Яндекс.Тим. Пистолетка в итоге. За коллективом из Яндекса. Unleaking. Идет в кейв. Здесь ему придется играть против Будапешта и Лаврика. Так, тут Будапешт на себя забайтил неплохо. Лаврик забрал. Еще один минус от Powery. Последний System Error. Кстати, он находит килл. И он забрал не абы кого, а забрал Powery, у которого был калаш. Его бы еще и засейвить было бы неплохо, но за ним уже выехали. Да, тут без шансов. Будапешт просто врывается на него. Свапает Мактен на калаш. Так что на антиэкономическом раунде Яндекс.Тим потеряли всего лишь один Мактен. Что в целом является не такой уж и большой потерей. Такая, знаете, экономическая потеря в пределах погрешности. Выход на центр карты. Яндекс диктует свои условия. Минусанули System Error и до 2 хп прокалили Старза. Unleaking вместе со Скриллой сейчас могут сделать... Могут исправить вообще всю ситуацию. Скрилла динает Unleaking'а. А чтобы соперники не забрали. Чтобы оппонент не получил 300 баксов за килл. Вот так вот уже. Настолько жестко в ЭКТ включились. Но OneSelf и Powery одновременно делают фраги. И вроде бы все было хорошо. 3 на 3. Как в одной известной песне Скриптонита. Но... Также резко меняется ситуация на карте. OneSelf погиб, но перед смертью успел раздамажить Спока. Ну и после этого Спок вряд ли пойдет на ретейк. Так, Flexible тут что-то с хаешками. У него какие-то свои веселые истории. Что-то одну увидел, вторую бросил. Смотрит, стоит, думает.
Бомба взрывается. Третий раунд для Яндекс. ВК Тим, включиться надо. Срочно. Просыпаемся, просыпаемся. Вы на сильной стороне, на Эншенте. Тут можно обыгрывать. И нужно. Так, Unleaking. Стартовый смачок уже зажал. Понимаю, что это смог на рампу. Да, верно. Лаврик. Лаврик, Лаврик ждет. Лаврик дождется. Авик взял Лаврик. Только для того, чтобы это в рифму звучало. System Error. Nice headshot. Выровнял ситуацию. Но там есть два игрока у атаки, которые заходят в спину. И они просто все планы ВК Team сейчас рушат. OneSelf, Будапешт. Ай, даже больно становится как-то за ВК Team, знаете. Вот когда по всей карте вас возят. Жестко. В Яндексе же разрабы, наверное, приваточку написали с радарчиком. А что, могли? OneSelf. Будапешт. Открытие уже есть. Стартовый хедшот получен. Там игрок по номерам 9. OneSelf разминулся с Unleaking. Stars перестреливает OneSelf. Unleaking нужно наказывать. Есть фраг. Ай, по второму не залетает. А можно было бы еще и Flexible подловить. Но Flexible стреляет слишком хорошо. Он очень четко попадает в головы. Как и вся команда Яндекс.Тим. И вот вроде бы были в большинстве ВК Тим, но тут вот секунда, и уже они в меньшинстве. Ой, флексибл. Уверенно зажимал. Я даже удивлен, что Спок он добить не сумел. Спок на этот ретейк не пойдет, китов у него нет, а бомба пищит уже слишком громко, слишком быстро. Бомба рванула. Спок и Лаврик выживают. Какая боль, какая боль. Яндекс Тим ведут 5-0. За слабую сторону на карте The Ancient. Напомню. Ну, поехали дальше. Спок. Так, Скрила. Минусанул Flexible. Будапешт. Тут же на размене. Опа, вот Скрилу не зачитали. Даже предположить не могли, что он сделает такой коварный мув. Ворвется в смоки, откроется на центр. Но тем временем атаку уже оккупировала Upland. OneSelf. Так посмотрите, какие же они коварные. OneSelf кидает смок и сам идет вперед. Как будто бы никто... не должен заходить в пончик, когда кидается такой дым. Но нет. Яндекс Тим играют на шаг впереди. Unleaking и Spock остались под базой Б. Есть такое подозрение, что они уже будут просто сейвить. Пачка устанавливается. OneSelf. Недефолтный угол. Так, полет навигатора был остановлен. Spock. На разменочах. Пойдет он один в два ретейкать? Так, калаш взял. Да, пойдет. Все, говорит. Нет силы стоять на месте. Пойду в соло разнесу. Спок. А тут бомба. Вы посмотрите, какая шикарная бомба. Не, Яндексы жесткие, слушайте. Жесткие. Очень жесткие. Делаю выводы из чата, в Яндексе работают токсики.
Там уже в чате какие-то свои движения, свои выводы пошли. Так. Ладно, немного улыбнула. Ой, флешка залетела под Старза. Лаврик ее накидывал, знаете, просто немножечко от балды, но она зафлешила на 100% игрока КТ-сайда. Так, ну что, 2 в 4. Яндексы. Большинство себе сделали ВК-тим, но это большинство начинает потихонечку от них уходить. OneSelf, как же он чувствует! Ну как же он чувствует? Он каким-то образом просочился на точку. Забрал одного, забрал второго. Теперь можно ставить бомбу и разыгрывать 2 в 2 до конца. Скрила и Unleaking. Так. Задетектил Пауэри. А мейн проверяет на всякий. Слишком долго ВК-тимы идут на этот... на этот ретейк, поэтому приходится проверять вообще все уже позиции. Уф, скрила! Вот смока нет, это беда. Нет смока! OneSelf одного заберет, а дальше просто спрятаться. У него 4 фрага в этом раунде, и это эйс! Это эйс, друзья! Воу! Воу-воу-воу! На Мираже был эйс, здесь тоже. Подорвали OneSelf. За предыдущий раунд решили хоть так наказать. Но тут есть Лаврик, у которого летит очень знатно. Прям знатно залетает. Какая-то неразбериха на центре карты происходит. Что-то все стреляют, все шумят, все размениваются. Но преимущество за атакой. Unleaking очень далеко, он в пончике. Ему бы пойти пушку какую-нибудь подобрать посолиднее. И уже побежать на этот ретейк, либо на сейв. Позволять соперникам выходить на счет 8 как-то не хочется даже. Да и с другой стороны, кто спрашивал-то вообще? Кто спрашивал? Хочется или не хочется? Так, в чате говорят, что Алиса работает за всех. Алиса, громкость 15. Нет, знаете как? Алиса... Поставь топ-1 песню из чарта ВК Мьюзик. Не, мои шалости еще так далеко не заходили. Я уже проник в вашу квартиру. Так, серия разменов произошла, большинство для ВК Team Stars. Есть еще один минус, Молик прилетает на бэксайд, Старза давит, он за смоками, но все прекрасно понимают, где он находится, бомба устанавливается. Есть хаешка, которая довольно неплохо дамажит Будапешта. Да, 3 в 2 ситуация, но по ХП просадки серьезные в Яндекс Team, и вполне вероятно, что это первый раунд для ВК Team. Но главное здесь не ошибаться, нужно просто идти и ретейкать, это System Error, отличный фраг с АВП, Flexible. Где же ты сидишь? Ты сидишь в амейне, все, понял. Если смачок, да, смачок есть, есть киты у Спока, надо кидать дым уже и просто дефать, все. System Error сел. Так, прикрывают, надо амейн прикрыть. Да, забирают у нас скрилла оппонента, и это первый, да есть же ж! Восемь один. Первый раунд.
Скрила. Так, Хаге не долетела. Хотя идея была неплохая. Накинуть ее над рампой в момент захода. Паури. Паури одного, второго, третьего положил. Паури! Тормози, что за терминатор-то несется такой? Четыре фрага! Пришел, увидел, победил. Так, можно, кстати, и эйс сделать. Потому что последний игрок у нас с ВП. Да, Паури выходит на эйс. 14-6. Это уже второй эйс для Яндекс.Тим в рамках этой карты. А если в рамках было 3, то это третий эйс. Ну, 3 эйса за 2 карты, это что-то уже слишком. Вы знаете, мне кажется, в хайлайтах там будет пополнение. В Дискорд-канале. Серьезнейшее пополнение. System Error. И скилл. Лаврик. Лаврик ждет. Ай, сорвался. Ну ладно, первый раз сошел с крючка, второй раз все-таки попався. 2 в 4. Лаврик. Лучше его не пикать. Нет, все-таки ошибается System Error. И вот опять в меньшинстве Яндекс.Тим. Но это еще ничего не значит. ВК Тим распределились по карте. 1-1-1. Один под Б, один под А, один на центре. Так, скрила. Спину подловил. А есть ли информация по Лаврику? Но он давным-давно на центре карты делал фраг с АВП. Так что можно предположить, где он находится, но достоверной инфы нет. Надо чекать все. Анликинг вроде бы все и чекал, но немного недопроверил. Лаврик. Анликинг забрал и, кажется, понял, что на Б никого нет. Скрила. Очень аккуратно, поступательно идет под базу Б. Да, это второй раунд. Это второй раунд. Вот оно, друзья, вот оно. Ну и, друзья, конечно же, не забывайте, что у ЛЧБ появился новый партнер. Это компания... наш наградной партнер, между прочим, это компания Dareo. Это высокотехнологичная компания, которая изготавливает компьютерную, офисную и профессиональную игровую периферию, аудиопродукцию и аксессуары для гейминга и киберспорта. Они захватили просто рынок в Китае и сейчас двигаются еще и в нашу сторону. Зловеще звучит, но в этом нет ничего плохого. Так что у них широкий ассортимент и, конечно же, отличное качество оборудования. Так что можете пользоваться. Итак, скрила остался последним. Атака уже готова выходить на двузначный счет. Скрила. Заметил. Привет передал. Так, салам флексибулу. Кому еще привет передать? Скрила просто думает. Hello, Павари. Ну и осталось только шалом Лаврику сказать. Ой, а бомба-то стоит, посмотрите как, лол. Просто сиди дефой. Нет, 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 нет. Пошел пикаться, Лаврик перестрелял. Мне кажется, была возможность просто сесть и задефать. В любом случае, шансов выиграть раунд было бы больше. Потому что после этой перестрелки, даже если бы он ее выиграл, он бы не успел задефать пачку. Старс. Ток. Хорошо. Все, надо отойти, надо выжить. Большинство заработал, отойди. Скрила. Реализовал свой авик. Спок. Споки одному, споки второму. Найс. Третий раунд. Выкатим. Вперед. Просыпаемся. Шансы есть. Посмотрите на экономику Яндекс.Тим. У них очень плохая экономика. И более того, им скорее всего надо закупаться сейчас. Хотя осталось-то всего 2 раунда.
Мама, я в телевизоре, но тут ВК и Яндекс ссорится. Да кто же тут ссорится? Тут все за тремя масками сарказма просто сидят. За тремя масками пост-иронии. И все просто троллят и шутят. Нормально. Тут все по кайфу. Так, пока что пауза залетела. Я не знаю, кстати, кем она продиктована. За тремя масками, за тремя Илонами. Нормально. Так, хорошо. Каламбургерная открывает двери свои. Ну все, погнали. Так, Яндекс Тим, что они сделали? Ну, в ноль закупились почти все, кроме OneSelf. OneSelf сказал, у меня денег нет, я на корпоратив скидываться не буду. А Спок... А потом внезапно покупает новую машину. А Спок не справился с управлением. Яндекс Тим ворвались на точку А. А тут OneSelf дальше давит. Как же нагло играют иногда Яндекс Тим, но эта наглость приносит им результат. Потому что они уверены в себе. Потому что они уверены в своей стрельбе. Старс. Одного увольняет под фейт, под развеивание в смоке. Точнее, под развеивание смока. Ой, на бусте не прочитали, тут уже с трех сторон давит система. Неужели даже такой раунд Яндекс Тим могут взять? Ну и почему я говорю в таком ключе, ведь они этот раунд уже взяли. Все, они берут и это. 11-3. Ах, обидно за ВК Тим. Надо было растаскивать и это. Своего полоснули. Кстати, из этого Павари, возможно, и погиб. Потому что скаут дамажит 73 в тело. А у Павари как раз было 70. Флексибл. Так, а давай вырубай, а? Через смоки он видит. Скрила. В очной перестрелке OneSelf. Победил. Хотя это было сделать очень непросто, поскольку у оппонента был калаш. А у Скрилла только МПшка. System Error не читает, что слева уже есть соперник. Он нас... Ладно, не читает, но есть хэдшот без прицела со скаута. Лаврик. Тоже нашел где-то килл. И бежит просто. Бежит, несется на базу Б. А тут Будапешт падает. Как не вовремя, как не вовремя. Садится дефать пачку у нас. Игрок защиты. Ай, но тут... Лаврика не прочитали. Все думали, что Лаврик будет обходить через КТ. А он через свой спаун как драпанул и просто ушел в точку. Маруся, включи Яндекс подкасты. У нас пистолетка. Смачок на Б на светлую. Точнее, на темную. На светлую у нас стоит игрок защиты. Флексибл, флексибл. Танцует у нас здесь за пилоном. OneSelf. Тоже не упускает возможности найти фраг. Ну и в меньшинстве. Жесточайшее меньшинстве ВК Тим. OneSelf просто бежит. Бегает, дает фраги. Нормально. У него все хорошо. Он радуется. Так, Спок.
Лаврик просто спиной. Нормально. У меня жена ругается за байт-колонки. Простите, простите, не хотел вносить раздор в семьи. Прошу прощения. ВК-тим уже не видят другой возможности. Они будут форситься до конца. Ну да, тут нет смысла делать экономический. А отдавать 14 раунд Яндекс.Тим и со счета 14-3 камбэчить. Тут надо уже просто до талого. В каждом раунде брать пушки и реализовывать их. Но соперник пока что не позволяет. Смотрите, какая быстрая перетяжка у Яндекс.Тим. Вот так вот просто по щелчку пальцев. Уже 4 игрока, 4 опорника на планте, а 5 в спину зажимает. Они просто носятся. На сверхскоростях. Ну что, возможно, 2 последних раунда. Мы будем с вами лицезреть. Есть такая вероятность. И она, знаете, немала. Флексибл, флексибл! Если бы тут еще и второго задавило, это было бы просто умопомрачительно, но этого не случилось. И после серии разменов оказывается ситуация следующая. ВК Тим в большинстве. Они 3 в 2. Бомба устанавливается. Скрила. Перестрелка на раунд. Это раунд за ВК Тим. Я поспешил, кажется, я поспешил. Не стал озвучивать финальный фраг. Там не было особо ничего сверхинтересного. Гораздо интереснее то, что защита у нас играет с 10 раундами перевеса. И напомню, Ancient это КТ-карта. Старс. Ловит хаешечку, пошел в поджим, флексибл. Лаврик тоже в поджиме погиб. Но начинают лезть. Просто банально начинают пушить Яндекс.Тим, лезть вот. А их дожидаются. ВК-тим, на этом можно соперника ловить. Старс. Все, вырубил. И помимо того, что он вырубил соперника, он еще и прорубил окно на аплент. Можно залетать. Паури. Не зря столько времени обходил. Это принесло ему фраг, пауэри. Есть хэдшот. Ай-яй-яй. Тут уже лишнего дернулся. Он еще и не отрелоудил свой дигл. Они просто игру Хероя вчера посмотрели и решили тоже расслабиться, да. Вчера игра Хероик, это, конечно, что-то с чем-то было. 14-1 за КТ они сыграли против Natus Vincer. Давно мы такого не видели в полуфиналах топовых ивентов. Если бы там вообще 16-0 было, представьте себе. 16-0 просто. Такое могло произойти. Так, стартовые гранаты залетели под атаку. Но Старс, Старс одного, второго, третьего почти тоже добил. Но в итоге работу за него закончил Спок. Так, флексибл. Будет открываться. Будет. Но недолго. ...14-6 по счету. ВК-тим, просыпаемся, просыпаемся. Срочно надо очухаться.
Аркада на центре от Яндекс. Приносит первые позиционные достижения, но на точку А они как будто бы подзабили. А тут на апленд уже врыв происходит. Из пончика будет производиться ретейк первый скрила. Лучше не подставляться под Яндекс Тим на данный момент времени. Просто засмочить, зайти и поставить бомбу. И этого будет уже достаточно. Бомба устанавливается. Отличная работа от ВК Тим в плане раскида. Но как же много дэмэджа они получают ни за что. Просто через смоки, посмотрите, 26-20 хп. Скрилу уже забрали. О, и в живых только Unleaking, и то только потому, что он был супер далеко от своих тиммейтов и от места ведения боя. Но и его постигла та же самая участь. Лаврик уже по своим стреляет. Ну все, все, не надо. Друзья, также не забывайте, что у нас после карты будет интервью с игроком коллектива Яндекс.Тим. Посидим, поговорим о том, как вообще проходила эта игра. Если, конечно же, Яндекс.Тим сейчас дожмут. Либо с игроком коллектива ВК.Тим, если победят они. Но им будет сделать это суперсложно, вы это и сами прекрасно понимаете. Так, выход начинается. Поджим не задался. One Self. Первого уволил второго вместе с Пауэри. И он выбил бомбу. А три игрока атаки еще даже зайти в плент-то не успели. И что вытворяет Пауэри? Пауэри кладет просто всех штабелями. Воу-воу-воу. Пауэри, ты чертовски хорош. Да, это было жестко, друзья. Это было жестко. Казалось бы, сейчас ВК Тим уже дожмут этот раунд, возьмут его, но не тут-то было. Ну что я могу сказать? 2-0. Достаточно быстро прошла игра. Да, счета такие, не сказать, чтобы близкие, да. 16-4, 16-6, насколько я помню. В общем, Яндекс Тим показали всю свою мощь, показали, насколько быстро они умеют реагировать на своего соперника, насколько быстро они двигаются по карте и как же они хорошо стреляют. В общем, Яндекс Тим действительно очень сильная команда, но ВК Тим тоже симпатичный коллектив с хорошими исполнителями. Просто здесь, конечно, они попали под каток, им было супер сложно. Напоминаю, друзья, у нас сейчас будет интервьюшка с игроком Яндекс Тим. Будем разговаривать, будем общаться по поводу того, что вообще происходило в рамках этого BO3 противостояния. Так что, друзья, никуда не уходите, я вас буду ждать здесь. Ну а пока что просто послушаем музычку.
Ну что, дорогие друзья, у нас на связи Александр Лаврушкин, игрок коллектива Яндекс.Тим. Играет под ником Лаврик, это он. Ну что, рассказывай, как вообще тебе игра? Не знаю, вы сегодня прям жестко прошлись по соперникам. Расскажи, были у вас подозрения, что будет так вот игра происходить или же нет? Да, в принципе, мы заранее предполагали, что по индивидуальному скиллу мы сильнее будем. Но второй БО3 было намного интереснее, там было, ну, получше попадали. Интереснее было играть, какие-то заготовочки были небольшие. Приятнее было играть. Да, это все. Это все, понял. Приятно было играть. Вообще, вот карты, которые напикали, получается, Ancient, Mirage, это ваши сигнатурки или как? Или это вообще карты, скажем так, не из вашего мапула, просто вы там, просто вы даже на своих, не знаю, на шедоу своих картах вот так вот жестко растаскиваете. Ну, Мираж, я считаю, но у каждого тиракана, наверное, в нашем году сигнатурная. Но Ancient у нас, да, неплохо получается, начали его пикать. Думаю, больше каких-то реализаций на нем делать и упорно карту делать. То есть это прям намеренная такая вот, намеренный ваш пик. То есть вы понимаете. Да. Скажи, какая у вас вообще была подготовка до турнира? Вот именно ЛЧБ. Я так понимаю, что у вас квалы были внутри Яндекса, во-первых, Да. такие очень жесткие, судя по всему, потому что там и команда, которая взяла второе место, тоже мне писали, что сильная. Вот, какие у вас вообще были, как проходил ваш этап подготовки к турниру? Этап подготовки, но собрали микс, просто играли вот внутри квалу эту. Помимо квал, там пару раз фейси собирались, пятером поиграли. В принципе, все там распределили, кто где играет, какие роли, плюс-минус. Немного срались. И, в принципе, на ЛЧБ больше так не собирались вместе, потому что понимаю, что на индивидуальном уровне, в принципе, мы были сильнее. И поэтому хотели выиграть именно индивидуальный герой. Вот сейчас там будут люди посильнее, поэтому будет праки поиграть. Понял. Да. Больше энергии набрать. А кто, так вот, если посмотреть, кто для тебя там вот один из самых, ну, принципиальных и сильных соперников? Я думаю, это Тинькофф. Ну, все говорят в основном про Тинькофф. Ну да. Да, а есть еще кто-нибудь, например? Пока я не смотрел, кто там еще есть, но наслышал про Тинькофф. Понял. Ну, вот все прям опасаются этой команды, если честно. Посмотрим, что они там покажут на турнире. Но мне кажется, у вашей команды есть все шансы им противостоять, потому что команда у вас симпатичная, по индивидуальному скиллу вообще вопросов нет. Бахаете нормально. А скажи, пожалуйста, вообще, вот сколько лет в целом ты в Counter-Strike вообще играешь? Наверное, уже лет 7-8 пошел, я думаю. Где-то с начала 16-го года. Так, ну у тебя по Элла, я так смотрю, довольно-таки неплохо, да? Напомни, сколько у тебя сейчас актуально Элла? Сейчас 3500. А у тебя когда-нибудь мысли были там, вот там, ну, киберспорт, вот это все? Да, конечно. Да, и как оно? Ну, посредственно, я считаю. Понял. Ну, что-то было, что-то получалось, как-то все рушилось. Как-то да. Все, понял. Своя дорога такая. Своя дорога. В Яндексе поинтереснее, короче. Ну да. Все, понял. Ну что ж, еще раз повторюсь, у вас симпатичная, классная команда с крутыми исполнителями. Я вам желаю успехов на этом турнире. Хочется за вами еще будет посмотреть. Надеюсь, так совпадет расписание, что я еще попаду на ваши игры. Вот, в общем, желаю вам успехов, удачи и, конечно же, процветания вашей команде. Вы крутые. Да, спасибо тебе. Я хочу еще сказать спасибо всем за поддержку, очень приятно. С Яндекса ребята держат, это очень заряжает. Всем спасибо. Да, фанатов там действительно у Яндекса очень много, это было видно, это шикарно. Ребята в чате, просто вы поддерживаете, заряжаете очень круто. За что вам огромный отдельный респект. Ну что, друзья, трансляция на сегодня заканчивается. Яндекс, ВК Тим сначала победили со счетом 2-0 своих соперников, потом у нас был следующий матч, в котором Яндекс Тим уже одолели ВК со счетом также 2-0. Для вас комментировал Тагир Хуснудинов, он же Хруст. До новых встреч и пока-пока. Увидимся, скорее всего, через неделю.